После запуска первого этапа можно переходить к масштабированию. Второй этап, вторая приват-зона. Деревянные домики 6 на 3 метра на 2 номера с общим входом. Терраса, стол, стулья, тент, мангал с панорамным видом на местный ландшафт. И с главной фишкой индивидуальная купель на дровах, где можно расслабиться и принять спа даже зимой, созерцая окрестную природу. Отдельно стоящая летняя кухня 6 на 3 с оборудованием и местами для приготовления и приема пищи. Вся территория обустроена дорожками, указателями и схемами, туалетными кабинками с обустройством безбарьерной среды. Активный отдых. Предполагается спортивная тропа, прокат велосипедов, квесты, лабиринт в кукурузе и так далее. Досуг и развлечения. Спа, баня, ресторан, мини-кинотеатр на Сеновале.